празднованию Дня Победы готовятся все ивановцы, в том числе самые маленькие. В детском саду номер 2 уже в пятый раз прошла патриотическая акция «Дорогами памяти». На импровизированной Красной площади собрались более 350 воспитанников из 52 учреждений дошкольного образования. Мальчишки и девчонки, одетые в военную форму, пели фронтовые песни, а после прошли с портретами своих прадедов в бессмертном полку. В финале, по традиции, юных патриотов угостили настоящей солдатской кашей и армейским чаем.